Так, короче, всем здорово. Сегодня... Сейчас мы проведем тесты. Тесты, короче. Тебя, кстати, как зовут, забыл? Даня? Да-да-да. Даня, ага, если что. Короче, проведем тесты М3 vs М4, М3Е92. Посмотрим, как на Нордшляйфе какая тачка быстрее. Я считаю, что, как мне кажется, М4, она сильно усовершенствованная, поэтому она должна быть быстрее. Вот, но мы сейчас посмотрим, поэтому вот мой, не знаю, оппонент, скорее не оппонент, а коллега Даня будет на М3Е92, вот впереди вот он будет, соответственно, он неплохо умеет ездить, и давай, разгоняйся. Соответственно, он будет ехать впереди, жарить, а я буду пытаться его обогнать. Вот, у него 92-я, 420 лошадей, у меня М4-я, сколько у него там, 434 лошади, что ли. Нет. Единственное, что скажу, у меня сейчас, блядь, глюк какой-то, и экран не на полный, блядь, не фуллскрин играет, хуёво. Нет. Перезапускать надо комп, это долго очень, поэтому что-то глюч начало. Я буду меньше говорить, потому что когда я говорю, я еще хуже еду, я и так-то не идеально еду. Но вот он как неуловимый мститель, блядь. То есть у меня, по идее, тачка, как мне кажется, попиздаче, но... Ну все, заебись. А не... Поймал. Окей. Хуёво, конечно. То есть, в принципе, большого преимущества эта М4 вообще не дает. Тут все чисто зависит от того, блядь, от техники прохождения. Вот видите, он уехал очень уже далеко. Хоть я там ошибку совершил, но я видел... Даня тоже ошибку там совершил. В большом дрифте был. Ну вот, как бы некоторый такой прямой отрезок, где, казалось бы, мог бы раскрыться потенциал скоростной. Но, как мы видим, в общем-то, особо не приближаюсь, если вообще приближаюсь. Так. Блять, по-тупому сделали, нельзя скорость вниз переключать, если большая скорость. Раньше такого не было. Из-за этого ты хочешь скинуться на вторую? С четвертой, но нихуя у тебя не получится. И в итоге ты не знаешь, какая у тебя скорость. Блять, вынесло нахуй. Давай попробуем теперь ты сзади, посмотрим, ты меня сможешь догнать. Сейчас давайте смотрим, я впереди поеду. Ну как бы для него главное меня не обогнать, главное вообще догнать хотя бы. То есть вот я вот сейчас впереди него там метров 100, да, где-то примерно 100-150. И сейчас мы посмотрим. Вот. Еду я, конечно, хуевато. Но это первый, блин, комом, да, как бы потом. Надо будет комп перезапустить, блять. Потому что сейчас я вообще не фуллскрин играю, хуево. Блять, говно, сука. Ну вот, видите, третья, сука. Третья передача, блять. Я на вторую скинул. Так, давай еще раз я тебя обгоню. Давай еще раз еще попробуем. Я как бы не подаюсь совершенно. Так получается. Я когда записываю ролики, тоже говорю, что... Все там не с первого раза, блядь. Блядь, хуйня. Говно. Ну тут вот он меня догнал, потому что я очень хуёво. На, бля, бортанул меня. Бортанул батю. Да что такое, блядь? Ну я говорю, когда пиздишь, блядь.
хуёво отвлекаешься на это все говно. Ну, короче, тачка по-любому никакого преимущества большого нету. То есть какое-то минимальное может есть у М4, но оно как бы в каких-то идеальных, может быть, условиях. То есть там напрямой, да, разгон может быть. А как бы, когда вот ты по трассе едешь, то тут гораздо больше значения имеет... Вон он меня делает вообще. А, то, как вообще едешь, мастерство. Так, чтобы она, блядь, догоняла как стоячую 92-ю, такого нихуя нету. Или наоборот, чтобы отрывалась. То есть даже на каких-то вот прямых, да, то есть относительно, он еще относительно прямой отрезок. То есть, по идее, если бы она была мощнее достаточно, да, она как бы, ну так, прилично бы стабильно вот отрывалась. Нихуя вот он маячит в заднем окне, как бы, блядь. И нихуя вообще сел на хвост и... Хуй, блядь, отъедешь. Сейчас вот посмотрим на карусель, что будет. Блядь, на 5-й еду. Да говно, сука, блядь! А-а-а, ебал, мать, короче. Пиздец, блядь. Блядь, я играю, у меня... Чуть ли не на полэкрана только это окошечко ебучее там. Ну-ка, давай еще немножко. Карусель, карусель. Так, вот он отъехал прилично от меня, сейчас посмотрим. Ну я еду, конечно, хуёво, блядь, ну. Говорю тут из-за этого, блядь. Что-то глючит, бля, игра, она любит глючить, у нее то, блядь, руль не определяется, то еще что-то. Ну, правда, такое-то у меня впервые, чтобы она не фуллскрин не делалась, она не делается, то есть пытаешься альт-интер сделать и хуй нарыло. Что-то там сломалось, блядь, в драйвере где-нибудь, хуй знает. Ну вот он меня дергает. Ах, ну ладно, короче, понятно, в общем, нихуя и, в общем-то, я думал, как бы большое преимущество будет у М4, но нихуя, тут видно, что дело чисто, блядь, в мастерстве. Ладно, на этом вот это видео закончим, буду еще делать такие тесты, да, там, тачки такие R8 хочу, там, другие какие-то попробовать, вот, такой вот, пишите в комментах, что думаете, спасибо, Даниле, а вот у него даже написано, Данил. Вот, короче, спасибо тебе. Пакет вам.